Там хомяк сидит, он работает. Он пашет, как проклятый, чтобы машина ехала. Здорово, нубилы! Зацените, какая у меня тачка появилась. Летает, устрашает всех вокруг, вас и меня в том числе. Я не знаю, как этим управлять. Играем мы сегодня с вами в Crossout. В который раз мы возвращаемся в эту игру. Раз так в 2 года, это у нас традиция, вернуться в игру Crossout. Тут у нее обновление, синдикат. Видите, какое все неоновое, красивое, современное, модное. Бежит в ногу со временем и даже опережает в какой-то степени. В какой конкретной степени сегодня мы с вами и разберем. Мы получили кучу новых деталей. Мне разрабы подарили аккаунт, пресс-аккаунт. И пресс подарили, и аккаунт. Теперь у меня классный пресс и не менее классный аккаунт. Я знаю, что я очень плохо играл в предыдущие разы в эту игру. Постоянно меня прогибали. Очень сильно. Но я сделаю то, чего не делал очень давно. И это изменит все. Вы готовы? Все это время у меня был фимоз моих рук. Но теперь я засучил рукава. И готов драть в задницы. На сухую. Посмотрите, какая есть штука. Царица. Вот оно, это мое. О, тут целая куча всякого, блин, интересного. Давайте попробуем его как-нибудь модернизировать. Я даже не знаю, насколько его можно модернизировать и стоит ли это делать. Он и так просто бесподобен. Мы можем его выше поставить. А зачем? Это чтобы под низ залететь, посмотреть на пузико. И так сделать. Потому что всем нравится, когда им теребят пузико. Особенно мне. Вот этот бластер хорошо стоит, мне нравится. Это что такое? Объезд. Это чтобы нас объезжали. Нам нужны, конечно же, всякие различные пиу-пиушки. Я должен еще какую-нибудь пиндюрить штуку, которая будет уничтожать. Во, турель, которая обороняет. Есть! До начала 6 секунд. Я так нервничаю. Давайте руки. Вы можете. Евгений Сорокодер вступил в бой. Друзья, эпичный бой скоро начнется. Если вы хотите свои эпические бои, то качайте эту игру по моей ссылке в описании и получайте бонусы. Игра бесплатная. Наша штука на колесах сейчас раздаст больших смертей. Направо и налево. Что это? Кто пончиками раскидывается? Что это? А, ты хватит меня их кидать. Тихо, я вижу. Турель, сражайся за меня. Я буду тебя прикрывать. О, нет. В сторону! Наших бьют, меня бьют! Главное уйти куда-нибудь. Тихо, 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 тихо. Ага, ага, ага! Месть! 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 Сзади! Месть! Давай, турель! Хелпуй! Месть! 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 Есть! Прекрасная работа! Ау! Кто это сделал? Я не могу двигаться в бок. Эта функция нарушена. И водитель уже давно горит. Возможно, смертельно горит. Ну, а наша машина включился автопилот. Генератор, как видите, крутится. Там хомяк сидит, он работает. Он пашет, как проклятый, чтобы машина ехала. Я специально поставил этот генератор хомяческий. Давай, подохла, мразь! Победа! Я же говорил, я же обещал, что в этот раз вы увидите настоящее шоу. Давайте с вами сделаем непробиваемое, неубиваемое нечто. Начнем мы с днища баги. Вот. А что будет дальше, не знаю даже я. Вперед. Петюля на колесах! Вы только посмотрите на эту мощь. Даже тест-драйв не буду делать, в бой! Ну, пипец вам, друзья. Петюля на колесах прибыла. Что у нас имеется? Стрельба и турель. Вполне себе достаточно. Зато едем быстро. Смотрите, какие мы легкие, какие мы изящные. Давайте просто ехать спокойно на расслабоне. Мы же уверены в себе, мы знаем, на что мы способны. Сейчас мы зарядим нашу пушку. Видали, видали, чем может? Видали, чем может? Давайте поставим здесь турель. Защищай! О, блин, враг, мать моя! Давайте спустимся, заставим его пострадать чуть-чуть. Пострадать! Петюля не справилась. Петюля пробует снова. Смотрите, прям реально на руку похоже. Как видите, здесь можно что угодно скрафтить. Любую машину, любой вид. Смотри, какой розовенький смешной. Буду держаться его, чтобы угорать. Так, заряжаем. Вот, видали? Вот, видали? Зарядили. Хрень какая-то. Так, спустимся с холма. Мы здесь очень открыты. Воу, 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 воу.
Он невидимый! Думаешь, я тебя не видел? Я тебя видел! Все, в гараж. Я не могу на это смотреть. Возможно, кто-то однажды сразится моей петюлей на колесах. Может быть, вы качайте кроссаут по моей ссылке в описании и сразитесь моей петюлей на колесах. А давайте лучше позаимствуем какие-нибудь чужие работы более опытных инженеров. Например, вот это «Иди сюда». Давайте сделаем тест-драйв все-таки. Слышь, ты че? Ты че? О, какой прицел. Он смотрит на меня. Ты на меня смотришь? Ты че смотришь? Ты это мне вообще сказал? Я ничего не вижу. Стоп. Почему я перестал видеть? Оу. Какая бесполезная камера. Куда ты? Куда полетела? Стоп. Почему? Почему? Он что-то опрокинулся. Ой. Ой. Сел на жопу, кажется. Ну хорошо. Так еще более устрашающе. Ну ты совсем. Иди сюда. Грудаком будем его пихать. А, нет. Пожалуйста, не позорь меня. Давай, ракеты, помогайте. Лежачих не бьют, помни, дружище. Ладно, нельзя падать. Хорошая машина. Я протестировал ее в бой. Понеслась. Помним, что у нашей машины есть только один враг. Это равновесие. Стоп. Мы уже его теряем. Уже очень сильно теряем. Нет. Мы падаем в слоу-мо. Нет. Стой. Ай, легкое дуновение ветерка, и я повержен. Я должен что-то сделать. У меня есть идея. Мы блин. Нет. Нет. У меня была идея. А как же моя идея? Я думаю, враг увидит это. Эти смешные потуги. И просто пожалеет меня. Помогите. Нет, только не очком к врагу. Только не это. Скорее в сторону. А! Я чувствую себя черепахой. Зато мы классный брейк-дэнсер. Все телки наши. Смотрите. Атана. Может быть, я не могу сразу. Победа! Ну, конечно. В танцевальном конкурсе мы завоюем все медали. Иди сюда, доказал состоятельность свою. Идемте аккуратнее. Главное, чтобы ровная дорожка была. Вон он едет. Смотрите на него. Смотрите на него. Чуть-чуть. Кстати, не можем ничего. Ты все это время был здесь? От... Пошел ты! А, ноги мне отпилил! Он насилует меня! Камеру включить, чтобы видеть все ближе, заснять! А, просто вынес. Давайте посмотрим вот эту прекрасную машину. Как она себя поведет? У нас есть некое ускорение. О, отлично! Удер 3000 у нас установлен. Это хорошо, как я просил. Удер подгруппа зассал 3000. Такое вот у меня предчувствие, что мне следует куда-нибудь выпустить ракеты. Но у меня их всего 10. Надо экономить. Человек должен быть достоин моих ракет, понимаете? Вон он едет. За моим другом. Сейчас мы спасем. Как-нибудь спасем. Что ты просто так вступил в бой? И спасти тоже не получилось. Удирай! Зассал 3000! Включайся! Отлично! Далеко не уедет, сказал диктор. Уеду, ведь засал 3000 активировал. О, блин. О, нет, он привел меня к врагам. Нет! Блин, я не знал, что здесь есть пещеры и пропасти. Ладно, я сейчас попробую еще разочек поиграть с этой машинкой. Она мне понравилась в целом. И потенциал очень большой. Давай. Оп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вломил, вот это вломил. Так, давайте. В общем, сейчас мы будем надирать задницы. Получай дерево. Не бросайте базу! Хорошо, я вернусь обратно. У меня же колеса дрожат, настолько все опасно здесь. Блин, там что-то явно происходит. Все эти выстрелы, надо пойти посмотреть. Ладно, по кому-то там что-то попал. Осталось двое. Смелее мы и нападаем. Срочно, чтобы поучаствовать в этой битве прекрасной. Хоп! Поддержка огнем. Да. Вот это победа, я понимаю. Я так и решил. Побеждаем, оставляем машину на следующий раунд. Проигрываем. Нахрен с гаража. Ведь дело в машине, а не во мне. Я сужу так, если машина помещается в кустах, значит она мне подходит. И враг меня никогда не заметит. Стоит ли мне идти вот на эти вспышки? Я даже не знаю. Давай, опа, опа, опа. Это по мне, это по мне, это по мне. Ой-ой-ой-ой, заднюю даем. Стоп, 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 стоп. Не попадает по нему. Хрень какая-то получилась, а не атака. Больше озвучки было, чем фактического какого-то эффекта. Тихо, братья мои. Перевернулся. Скорее. Поддержим его огнем. Заезжаем. А, нет. Нет! Почему я это сделал? Нет. Помогите мне.
Поддержка огнем и победа. Тем не менее. Мне предлагают что-нибудь да покрасить. Давайте возьмем вишневый цвет и начнем красить деталь. О, немного красок не повредит нам. Мне нужен хороший настрой, чтобы убивать своих врагов. Потом возьмем игуану. А потом возьмем белый. А потом возьмем вот это граффити. Сюда поставим. Потом звездочку прямо вот на капот. Немножко синего. Я придумал. Белый, синий, красный. Давай за Русь. За родину. Кто посмел на Россию что-то вякнуть? Я за Русь. Взорвусь. А! Нет. Нет, я пошутил. Домой идем. Давай, вперед. Да, блин. Неловко. Сейчас домкрат поможет. Либо помощи какой-нибудь. Дождемся, рано или поздно. Помоги, братан, спасибо. Это даже не ты сделал. Я сам. Так они, походу, все внизу. Пойдемте вниз. Снизойдем. Хорошо? Хорошо? Опа! Плазмоган! Ой. Оглушила слегонца Евгения. Плазмоган! Поддержка огню! Все, пойдемте, под мостом их будем чморить. Прекрасно. Видели, как за Россию порвали, блин, их всех? Воу, нифига себе, они все здесь, они все здесь, они все здесь, они все здесь. Мой радар их не показывал. Это было как в кино, внезапно. Когда вроде такой, ничто не предвещает беды, ты смотришь вниз, а там они. Куча их. А-а-а. Плазмоган. Нет, не трогай. А-а-а. Тихо. Плазмоган. Нет. Русь-мобиль. Вон, вон из гаража. Смотрите, какую машину взял. Ездит быстро, таранит больно. И пар пускает из ноздрей. Дерьма кусок! И вот из-за кустов вышло нечто красивое, как ящерица. Теперь посмотрите, что он умеет. Оп! И никто его не видит. Ау. И он не видит, куда едет. Тихо! Выстрелить! Ох! Понравилось тебе, дружище? Понравилось тебе? Уходим, потому что мне не нравится. А теперь раз, и мы скрылись. Куда делся? Ой, сразу раскрыли. А как насчет машины добра с арбалетом, который стреляет ракетами? Как насчет немного позитива? Давай, стреляй. О! Секунду. Да что-то не получается у Евгения сегодня. Поддержка огнем, получается все. Верь в себя, Евгений, продолжай верить. Оу! Нет, нет, мне здесь не место. У меня нету оружия больше. Скорее в воду. Студить пука. Атакуй! Хорошо. Но я постарался разлететься на красивые куски. И завершим этот видос эпичнейшей битвой Ван Дамма с другими игроками. Аккуратней, аккуратней. Беда. Давай, не в ту сторону. Помоги, бро, спасибо. Ой, дай бог здоровья. Едет, 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 едет. Сражайся. Неприятное происшествие. Но дрон. Он умер. Надо просто сдрыснуть отсюда. Ван Дамм мертв. Но эпичный прыжок с трамплина. О, нет. Вот тебе турель. А, щепки. Я же говорил, будет эпичная битва. И я эпично взорвался. Фееричным фейерверком. А большего мне и не надо. Поражение. Могла бы игра вот тактично промолчать? Могла бы. Я в какой-то веке зашел в тебя. Я думаю, на сегодня все, друзья. Вот такой вот он кроссаут. Если вам вкатило, то качайте эту игру бесплатно по моей ссылке в описании и получайте бонусы. Прямо сейчас ссылка дает бонусы. Качайте. Огромное всем вам спасибо, друзья, за то, что поддерживаете этот канал. За то, что поддерживаете меня лайком, комментарием приятным или просто переходя по ссылкам, которые я оставляю в описании. Ну а если вы здесь впервые, то, во-первых, добро пожаловать. Во-вторых, не забудьте подписаться на канал, нажав кнопочку подписаться. И также поставив колокольчик, получать все уведомления, чтобы не пропускать ни один прикольный видосик, который здесь выходит. Также загляните в описание под видео и посмотрите другие видосы. Их там много. Они все для вас. Все очень угарные. Обещаю вам. Вы не пожалеете. С вами был Юджин, и всем пять!